вообще чудеса. Вы представьте себе. У меня есть теперь самый крутой вообще торт Мандази. Торт Мандази. Мандази торт. В мое день рождения. И мое день рождения, оно первое день рождения среди миссионеров. Огромное вам спасибо. Я вас всех люблю, я просто вас всех люблю. Вот честное слово. Аминь. Ну что? Режем торт. Режем торт. Говорим желание, да? Да. Желание. Долгих лет на миссии. О, пап, ты со мной поговорил? Долгих лет на миссии. С днем рождения тебя, любимая. Опять-таки скажу, что я вас всех люблю. И опять-таки скажу, что это классно, что можно быть среди тех людей, которые думают одинаково, мечтают одинаково и движутся в одинаковом. Мои дорогие друзья, я вот храните друг друга, потому что то, что есть среди миссионеров, этого больше нигде нету в мире вообще. Так что пусть Бог вас всех благословит, и это здорово. Так что, аминь. Ну что, теперь пусть будут самые крутые церкви. Церкви в огне, церкви в силе и в помазании, и библейские школы. Аминь. Это как в детстве. Рос, теперь слово за хозяином. Скажи, Рос, их слово с хозяином. Нет, еще. Ну, я вам буду молиться. Ну, давайте благословим брата нашего. А может, чуть-чуть. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за нашего брата, что Ты его привел, призвал. Самое главное, дал ему эту честь быть на миссии, честь иметь это призвание, потому что это такое благословение, как кто-то сказал, никогда не жалейте миссионеров, потому что они самые счастливые люди. Боже, спасибо тебе, Господь, это великая честь. Хотя и трудности, Господь, и все, но преодолеваем силою возлюбившего. Боже, спасибо тебе. Святый, мы благословляем, Господь, из всего сердца, Господь, всем, чем мы имеем, любовью своей, Господь, чтобы Ты был с ним до конца, чтобы он прошел это поприще, чтобы преодолел все трудности, чтобы силой Духа Святого наполнялся, чтобы не просто так было, Господь, слово в законе, чтобы слово было в силе, чтобы слово меняло жизни, чтобы Африка менялась, Господь. Пускай это призвание состоится в полноте Твоей, Господь, и он придет к Тебе, к престолу благодати, склонится, скажет, я сделал все, Господь, что мог. Все, Господь, что, Господь, Ты меня призвал, что Ты мне сказал. Все, что это самое-самое ценное, Господь, не опустить голову перед Христом. Обнять Его, Господь, и возрадоваться вместе, Господь, не постыдиться. Спасибо Тебе, Господь, что Он идет этим путем. И Он дойдет до конца, Господь. Спасибо Тебе, Боже, благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.